Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре детское автокресло от итальянской компании Bellini, моделька Giotto плюс черного цвета. Это идет кресло группы 1-2-3, рассчитано от 9 до 36 килограмм. Верхняя у нас подкладка регулируется по высоте. По вылету ребенок фиксируется с помощью вот таких вот ремней. Само кресло фиксируется на сидении с помощью штатного ремня безопасности. То есть вот так вот это все выглядит. Для того, чтобы затянуть или отпустить ремни, у нас есть специальный вот такой вот дополнительный ремень. Но при этом нужно нажать еще снизу клавишу для того, чтобы ремни опустить. То есть вот так вот они жестко идут, а при опущении они у нас опускаются. Подкладочки на ремень идут для того, чтобы данный ремень не врезался в плечи ребенка. Так, полностью у нас накидки тряпчатые снимаются, их можно стирать, но желательно стирать вручную и при небольших температурах. Как крепить правильно ремнями безопасности, у нас есть иллюстрация на одной и другой стороне, то есть в принципе сложности никакой не будет. Также имеется инструкция по данному креслу. Собирается кресло непосредственно в Италии, гарантия на него 2 года при покупке. Также более подробные характеристики и стоимость по данному креслу вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.